В последний день своей жизни Катя в составе группы истребителей прикрывала наши Ил-2. Успешно закончив штурмовку, горбатые уходили домой. Наши яки, прикрывая их отход, шли сзади. Буданова была замыкающей в группе прикрытия и внезапно увидела совсем рядом тройку Ме-109. Предупредить своих товарищей об опасности было уже некогда, и летчица приняла неравный бой одна. 19 июля 1943 года Екатерина Буданова была смертельно ранена в воздушном бою. Несмотря на это, она смогла посадить самолет на своей территории. Сердце летчицы остановилось вместе с последним оборотом пропеллера. В этой схватке она одержала свою последнюю, 11-ю победу. Ей было всего 26 лет. Награды. Герой Российской Федерации, Орден Ленина, Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны первой степени.